Мои дорогие, очень важно, с кем мы общаемся. Я имею в виду не семью, а тех людей, которых мы подпускаем к себе так близко. С кем мы делимся своими мечтами, желаниями? С кем мы обсуждаем о погоде, моде, политике и о многом другом? То есть те люди, с которыми мы общаемся, это наше окружение. Это друзья, коллеги, соседи. С кем мы общаемся, это очень близкие, важные и значимые для нас люди, так как благодаря окружению мы формируемся и развиваемся сами. Со временем мы перенимаем их привычки, их ценности, ценности своего близкого окружения. Начинаем подражать их речи, переоцениваем свое отношение по некоторым вопросам, формируем свой взгляд на направление, допустим, в музыке, в танце, предпочтение в одежде. Мы переходим под влияние своего окружения, мы начинаем думать, как думает наше близкое окружение. И наши результаты достижений, а может и неудач, напрямую зависят от нашего окружения. Подумайте об этом.